Приветствую. Выборов в Верховную Раду не будет. Об этом договорились депутаты и подписали соответствующий меморандум. Эту новость я впервые услышал в интервью, вот том известном интервью Давида Арахамии, где он рассказал про НАТО, про роль Бориса Джонсона в продолжении боевых действий. Ну, вот помните, да, это очень интересное интервью. И там он сказал, что все главы парламентских фракций собрались в рамках диалога с Жаном Моне и договорились о том, что выборов не будет. Прежде чем перейти к вопросу о том, какой же юридический статус этого меморандума и как это соответствует Конституции Украины, действующему законодательству Украины, хочется сказать следующее. Ну а что, кто-то сомневался? Ну вот давайте честно себе скажем, да, кто-то сомневался, что депутаты смогут договориться? Это же на камеру они дерутся там, выполняют роль оппозиции, кто-то кричит: «Я оппозиционер, у нас непримиримые политические противоречия» и прочее, и прочее. Но когда дело дошло до сохранения своего хорошего места, своего хорошего вот этого прекрасного кресла в Верховной Раде Украины, о чудо, они смогли договориться легко и непринужденно, можно сказать, да, в рамках диалогов Жана Моне. Не нужно было там собирать всю Верховную Раду, голосовать и все. Четенько, быстренько мы договорились. Это когда, да, стоит вопрос принять какой-нибудь закон на пользу людям. Там всегда найдется кто-то, кто скажет: «Да нет, я не буду за это голосовать». Или: «Дайте мне какие-то плюшки, чтобы я проголосовал». Да, мы же часто это наблюдаем. Но вот здесь, когда дошло дело до сохранения своей власти, мы смогли договориться. Прям такая слаженная работа депутатского корпуса, что ну вот просто позавидовать можно. Что такое диалоги с Жаном Моне? Собрались руководство Верховной Рады, собрались главы фракций, групп депутатов и обсуждали вопросы насущные. Результатом обсуждения этих вопросов стал меморандум. Давайте сейчас его посмотрим. Не будем, конечно, весь смотреть, потому что он там достаточно объемный, там 8 страниц, ну, читать его это долго будет. Посмотрим самое интересное, что касается выборов. Вот так выглядит титульная страница этого меморандума. И здесь вот, если его почитать, то депутаты рассказывают о том, как они будут работать на благо Отечества, на благо каждого из нас. И, конечно же, вопрос выбора. Вот здесь на четвертой страничке последний абзац. Что они пишут? «Мы також дійшли згоди, що майбутні вільні та чесні національні вибори, парламентські, президентські, проводяться після завершення війни, завершення дії воєнного стану і з часом, достатнім для підготовки проведення виборів, не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану на основі діючого виборчого кодексу і збереженням за основу виборчих систем національних та місцевих виборів, повернувши норми, які забезпечують змагальність кандидатів у межах одного партійного списку». И здесь, если мы обратим внимание, еще раз вернемся, да, то мы увидим, что здесь идет речь не только о парламентских, но и о президентских выборах. Каково значение этого меморандума? По сути, его можно назвать джентльменским соглашением. То есть это не какой-то юридический документ, который обеспечен государством, обеспечен каким-то принуждением со стороны государства. То есть если какая-то фракция, группа депутатов откажется в дальнейшем от этого меморандума, они не понесут никакой юридической ответственности, никакие санкции к ним не будут применены. Ну, просто они откажутся. Ну и теоретически потом в среде депутатов их будут считать людьми, которые не держат слова. Мы-то знаем с вами, что депутаты, ведь они же всегда держат слово. И поэтому вот можно заключать вот такие
джентльменские соглашения. Ну а что с точки зрения действующего законодательства, Конституции Украины, не противоречит ли такой меморандум, такое депутатское соглашение Конституции Украины? Давайте посмотрим Конституцию. Что касается Верховной Рады Украины, то здесь все однозначно. Есть статья 83, вот она, это у нас статья 83 Конституции Украины. И здесь сказано следующее, что у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Тобто Конституція однозначно сказала, якщо воєнне положення і прийшло час виборів, то продолжается срок действия полномочий Верховной Рады, пока не будет избрана новая Верховная Рада после окончания военного положения. И, соответственно, действующая Верховная Рада Украины является легальной, и те законы, постановы, которые они принимают сейчас, тоже являются легальными, имеющие юридическую силу, и это подтверждается вот Конституции Украины. Ну а что касается президента? А по президенту соответствующей статьи в Конституции Украины нет. Но что у нас есть? У нас есть закон Украины о правовом режиме военного положения, где в статье 19 в части 1 сказано, что в умовах воєнного стану забороняється, дивіться, зміна Конституції України, зміна Конституції Автономної Республіки Крим і проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування. Соответственно, здесь можно сделать какой вывод, что вот этот меморандум, вот это соглашение депутатов о том, что выборов в Украине не будет, соответствует Конституции Украины, что касается выборов Верховной Рады Украины, и соответствует закону Украины о правовом режиме военного положения в той части, которая касается выборов президента Украины. Ну что ж, на этом у меня все. Если вы считаете, что данная информация была вам полезна, поставьте лайк и подпишитесь на мой YouTube-канал. Вы там найдете массу полезной информации. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Там информации гораздо больше и появляется она оперативнее, чем на YouTube. Ссылочка на Telegram-канал есть в описании к данному видео. Ну а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.